Доброго времени уток, с вами Арталаски, и я рад приветствовать вас на своем канале по созданию игр. Не так давно у себя в паблике ВКонтакте я запостил новость, что возобновлена работа над игрой Bloodlust 2D. Многие помнят видеоуроки на основе создания графики для этого проекта, но в этом видео я хочу показать некоторые наработки анимации персонажей для игры. Сначала я покажу анимацию в ее обычном виде. Обращайте внимание на тайминг внизу экрана. Затем я покадрово покажу каждую анимацию для наглядности. Поехали!
Надеюсь, это видео оказалось для вас полезным, и если это так, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал. А также не забывайте заглядывать в паблик ВКонтакте и на мой сайт. С вами был Арталаски. Пока.